Вот заказал через интернет из Китая вот такой вот походный туалет. Он же может использоваться как и душ. Ну и можно просто в ней переодеваться. Сейчас распакуем, посмотрим, что там. Вот такая вот упаковочка. Удобно хранить. Ну вот, собственно, и сам туалет. Дальше идут штормовые растяжки. Вот они, штормовые растяжки. Чтоб туалет не утащило ветром куда-нибудь. Ну и вот такие вот колышки, чтобы можно было фиксировать его на земле. Дальше направляющие штанги. Так не рассмотришь, при сборке будет видно. Сейчас соберем, посмотрим, насколько это все удобно. Такая конструкция получается после сборки. По углам еще нужно будет, ну, с учетом того, что она будет крепиться к земле, в смысле стоять на земле, нужно будет вбить колышки металлические и растянуть штормовые веревки. Ну вот такой открывается большой вход. Здесь он полностью открыт, можно и не наполовину открывать, чтобы протиснуться туда. Вот внутри есть такой кармашек. Сюда можно ложить какие-нибудь принадлежности. Здесь какое-нибудь полотенце можно повесить. Ну, внутри достаточно много места. Внутри тоже закрывается на молнию. Пожалуйста.
Ну, внутри там кто хочет, может ямку себе вырыть, чтобы свои дела туда делать. Можно ведро со стульчиком походный туда ставить. Ну, в общем, я эту штуку пробовал на отдыхе делать. Хорошая вещь. Достаточно быстро монтируется, быстро разбирается. Ну, можно просто, если много народа, нет места другого, используйте ее как место, где можно переодеться на пляже или еще. Вот сверху еще направляющие идут крест-накрест, и вот такой вот завязочка фиксируется. Да, вот еще крепится вот на такие люверсы. Вот по всей длине. Ну и если растянуть, закрепить как положено, в ней еще больше места будет. Можно и душ там принимать. Зашел, облился из ведерка. Также легко передвигается по поверхности земли. Если уже место под этим туалетом непригодно, колышки вытащил, перетащил на другое. Ну, в общем-то и все. Ну вот так вот я растянул ее, как будто бы она прибита к земле. Ну вот общий ее вид и размеры. Ну, потом эти колышки вытаскиваешь спокойненько и перетаскиваешь в другое место. Конструкция устойчива к ветру. Штормовки поставить, то, думаю, сильный ветер выдержит спокойно. Снизу вот такая щель. Это хорошо для проветривания, так что влажности там не будет. Конечно, в солнечную погоду, когда жарко, это как теплица. Долго там не просидишь. Ну, смотря какими делами там занимаешься. Ну а теперь разбираем.
Все.